Как-то раз я прочитал в журнале «Искатель» фантастическую повесть. Она называлась «Минус один». Короче, на неизвестную экзопланету прилетели трое. Долго там жили. Один вышел за периметр, вернулся. Начал вести себя странно. Потом лег на стол. Потом начал покрываться какой-то чешуей. Все начали тревожиться, остальных двое. Начали думать, где же вызвать скорую помощь. Они же на планете нет. Пока думали, пришли на следующее утро. А там только кокон, а человека нет. Потом второй пришел, тоже такой странный. А, и глава заканчивается. Минус один. Там пришел еще один человек. Тоже посмотрел на это все. Почесал репу. Вышел за периметр. И тоже. Глава заканчивается. Минус два. Все. Весь роман. Так, дело в периметре. Yeah.
Техника у нас не работает сегодня хорошо. Что-то с техникой моей стало. То, что было не со мной, помню. А даже не был я знаком с парнем.
Большое спасибо, что пришли сегодня на этот концерт. Наша программа закончилась. Другое небо еще раз. Начинается. Все по гностности, да? Подсказано, что другое небо, посмотри.
Все с песней нашел. Все еще? Будем как привет. Смотри, пришел. Ну, мы сейчас легче go.
забыли последний куплет. Ну и так хорошо. Thank you.
Затыкаю уши, чтобы не слышать. В середине меня покупает песня. Звучит эта новогодняя песня. Очень легко.
слышал бури, свистят у виска. Да все без младенца во сне, как дали копыта стучат никуда. Заботится сердце, ой, все, что идет, стоит, кто живет. Смелый мой, кто ты? С Новым годом! С Новым счастьем, дорогие друзья, товарищи!